Эта рабочая неделя радовала нас отличной по летнему жаркой погодой. Но уже в субботу, 19 мая, синоптики обещают нам дожди и небольшое похолодание. В Сарове утром облачно с прояснениями, плюс 16. Днем небольшой дождь, плюс 22. Ночью плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 17, днем столбики термометров поднимутся до плюс 23. Ночью плюс 13. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков. Утром плюс 14, днем до 18 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.